Шеварднадзе. Но у меня определенного мнения нет, потому что когда он был, наверное, в расцвете сил при Советском Союзе, я еще был молод. Но помню разруху 90-х годов. Я не знаю, причастен он к этому или не причастен, но, наверное, политика — это не самое чистое дело. Поэтому говорить о том, что он сделал хорошего, что он сделал нехорошего, не знаю, не мне судить, наверное. Если бы я был хотя бы на его тоже занимался бы политикой, да, и был с ним в каком-то вопросе не согласен или наоборот согласен, я бы тогда оценил. Поэтому, ну, как говорится, земля пухом, поэтому мои сожаления родным.